Опа. Здорово, мужики. Здорово, Маркачан. Скип? Нет, никаких скипов. Я же сказал, если я скипаю, значит все, что я умер. Информация стопроцентная. Либо я был при смерти. Ну, например, меня там машина сбила. Чем-то такое. Так, погнали. На Айзике, малютке. Вано 17 пишет. Здорово. Здорово, Вано 17. Маленько сегодня почилим в Айзике. Там, реально, маленько пару часиков, то есть классические, так сказать. Сегодня стрим откисной. Исключительно. Я думаю, моего состояния как раз хватит еще на пару часов. После чего я просто упаду на пол буквально сразу и усну. Ну, максимально пот будет сейчас. Я заряжен. У меня такое, знаете, киберспортивное настроение. Последние 8 часов я плотно занимался очень важными делами. Во ФРП? Не, Вано, не. Иди сейчас на ФРП и рассказывай там, что происходит. Но я точно не пойду. Если я опять зайду в ДИС... Ваня, я, чтобы ты понимал, я вчера уснул вообще после стрима. Посидел бы часок и уснул, так. Из-за того, что пошел смотреть это РП твое сраное. Уснул в конечном итоге в 11 утра или в 12 даже. Я не знаю, каким чудом я вообще на ноги-то сегодня встал. Мне кажется, я должен был спать часов, не знаю, 80. Че, мне так взять? Ну-ка, возьму. Смайли фейс пишет. Понимаю. Так, ну-ка, лемон пати. Но она очень мало дамажит, я не знаю, скелится ли она. Как начальная ТМ сойдет, наверное. Надо какую-нибудь игру найти. Во что можно было бы играть? Там вышел, кстати... А, кстати! Вышел Ruined King. Риотовский. Это пошаговая типа игра. Про лиговских персонажей, там, с каким-то сюжетом. И в ней настолько же RPG-шная боевка, чуваки. Это буквально же RPG, только сделанное не японцами. И, скорее всего, я в нее поиграю. Во-первых, вкачусь, так сказать, в лор Лола, потому что я его вообще не шарю. Плюс там супер балдежный геймплей, мне кажется, в моем стиле. Хотя, если честно, я посмотрел парочку стримов, мне показалось душновато, но потом я обратил внимание, что все люди, ну, по неведомой мне причине, идут играть в игры всегда на максимальном уровне сложности. На обычном, ну, по всей видимости, больше играть нельзя в этом мире. Поэтому все играют на максимальном. И там бои, конечно, были минут по 15 у них. Там такие, типа, пошаговые, с пати, там у тебя 6 персонажей будет на всю игру, как я понял. Короче, типичная такая же RPG-шная приколюха. И на самом деле, внутри этого жанра, мне кажется, они могли бы сделать миллиард игр. Натурально. И все, что им нужно, это просто сюжеты придумать разные интересные. Потому что у них столько чемпов в лове. И в этой игре они только 6 задействовали. Ну, как главных героев. Лольские активы уже давно в Китае? Так. То есть ты хочешь сказать, что... JRPG это не случайность. Хорошо, Муракачан. Ну и хз насчет того, как в Китае любят JRPG. Мне кажется, китайцы больше угорают по киберспортивному говну всякому, РТС-кам там. Не зря же это жапонеза, так сказать, ролеплей гамме. Плюс она вышла на Гоги, то есть я ее задешево куплю.
Потому что я чувствую, мне нужно взять перерыв от Dragon Age. Несмотря на то, что на самом-то деле вчера я бы мог еще посидеть часа полтора, но я просто уставший был. Но я думаю, что с учетом того, что мне нужно в Dragon Age еще типа одну кампанию сейчас допрохожу, да, условно. Остается еще одна. И потом финалочка, ну типа. Но еще, оказывается, есть продолжение и еще 4 DLC достаточно крупных. Так что с учетом того, что я наиграл уже часов 30 в Dragon Age, наиграю я, скорее всего, еще столько же. Я думаю, что до начала декабря мы это не поиграем. Ой, не пройдем эту игру. Здорово, Изер. Здорово, Марион Вудверон. Новый пользователь в чате. Первое сообщение. Ох ты ж, ёптыш, Айзик. А вы, Марион Вудверон, фанат Айзика, да? Давайте знакомиться. Меня зовут Денис. А вас? А можно випочку? Вот Денис Хепс. Так, все, Марион Вудверон сейчас будет забанен. Спасибо, что посетили наш чат. Свой Айзик похерил сейф? Как так? Это вообще супер обидно, на самом деле. В Айзике же можно залипать миллиард часов. Знаете, вот я говорил о том, что рогалики так себе на стриме смотрятся. Мне кажется, все рогалики, кроме Айзика. Возможно, мне просто в Айзика настолько приятно играть. И вот Айзик — это как раз та игра, в которой ты 2 часа посидишь и такой, типа, все нахуй. Хватит с меня этого дерьма. А если проснется какое-то дикое желание, то можно и часов 5 посидеть там. Проходить челленджи. Может, я реально там на протяжении лет, ну, 8-10 буду Айзика подрубать. И получу дедгада, а? Профессионалом стану. Ой. А можно ли мне вернуть випочку? Понимаю, очко себе забань, не понял. Какой-то негатив, ребят, в чате. Сплошной. Мое очко и так забанено. Я на стримах Дундука сижу время от времени. Очко в бане по дефолту. Писала пробник и указала, что Грибоедов написал преступление и наказание. Мне не зачтут работу. А что такого? Из-за ошибки типа не зачтут? Пробник чего ты писала? Типа литературы там или что? Русского языка? А литературу сейчас не сдаю, да? Русский язык, наверное. Мне кажется, даже если ты ошибаешься с автором, вообще похуй, не? Может, на пробнике до тебя и доебется твой преподаватель, да? На экзамене скажут, ну, блядь. Произошел обкак небольшой, ничего страшного. Я, если честно, ну, с трудом представляю человека, который может не сдать ЕГЭ, алё. Я ни одного дня не готовился, держу в курсе. Сдал все. То есть я васянил просто максимально. Декабрьское сочинение. Грубейшая ошибка, господи, ну и хуй-то. Если это реально считается грубейшей ошибкой, блядь, ну, господи Иисусе. Хотя ладно, чему я удивляюсь, я просто уже, наверное, забыл всякие школьные приколы. Возможно, реально душит за такую всякую херню. Как по мне, такая поебота вообще ненужная. Кому нахуй какое дело, блядь, кого ты там указала автором? Читала и читала, и до пизды. Но если это твой профильный предмет, то окей, тогда еще могут, типа, сказать, иди-ка ты нахуй, малютка.
Но если твой профильный предмет литература, ну, блин, стоит выучить, наверное, что «Преступление и наказание» написал Пушкин. Наврал насчет способа открытия альтернативных этажей. Надо не 8 раз убить, а 3. Отлично, отлично. Грибабас мне написала. Бля. Грибабас был бы пиздато, да. Так, что, можешь купить тесенку? Да, куплю, что. Денежки есть, может пригодиться. Грибоедов Александр Сергеевич. Грибоедов Александр Сергеевич Пушкин. Да, у него двойная фамилия была, все верно. Но меня сейчас спроси вообще, кто что написал, я скажу пук-хрюк, блядь. И все как бы. Наверное, охуительно важно знать, конечно, каждого грязного бомжа, который написал какую-то книжку в 80-м году. Ой, в веке, в смысле. Ну, поняли. О, Ангельс какому-то прокнуло. Блин, это говно вроде, да, какое-то? Protect me from... Ага, понял. Так. Ну, ныряем, что делать. Чуть не написала, что Соня познакомила Раскольникова с Бибой. Блять, что ты там вообще пишешь? За сочинение. Когда Мадагаскар? 15 тысяч поинтов, брат. И Мадагаскар у тебя в кармане. Если мне кто-нибудь закажет Мадагаскар, возможно, я его даже пройду, хотя хуй его знает. Каждый день, Антоха, регаешь себе новые аккаунты в этом, на Твиче или чего? Бля, никнейм охуительный, кстати. 1000 - 7 Геншин Импакт, блядь. Никнейм реально сильный, слушай, тут ничего не скажешь. У меня только 5, да камон. Недельку. Мне сказали люди. Доверенные, так сказать. Что за неделю стрима 15 тысяч выфармливается вообще. Если ловить стрики, поставить БДТВ на прожим сундучков, все нафармится. Все будет. Геншин Пакт 1. А, да? Извиняюсь, не видел. Бля, охуенный никнейм. Реально. Опа, left hand. Но я брать не буду, наверное, его. The Hierophant. Подружка так уверенно затирала, что Грибоедов, Грибобас. Ясно, блядь. Я надеюсь, что твоя подружка тоже написала, как бы, Грибобаса, блядь, автором. Блять, Грибабас, сука. Когда игру делаешь, так, блин, стрим-то не обязательно смотреть, брат. Открыл его на компьютере и все. На телефоне открыл, ушел. Я придумал, кстати, куда можно поинты сливать. За 1 000 000 поинтов можно купить мой дикпик, хотите? Сделаю специально. Если кто-то, ну, очень хочет, ребят. А ты что, ты сделал, Антоха, хоть что-нибудь-то вообще? Ты покажешь там? Уже сколько времени-то прошло? Как ты начал это делать? Тебя надо к концу года, да? Но я буду скидывать хуй с ватермаркой.
Я на нем фломастером напишу Марион Вудверон. Такая типа Сигна нахуй ее. Да, ребята, звучит сильно, конечно. В Unity две камеры рендерится. Видюха сгорит нахуй. Телефон, брат, знаешь, такая вещь есть. Маленькая коробочка. Неймдроппинг пошел, понял. Что ты делаешь-то в конечном агентах? Типа, просто какой-то это будет, ну, типа, адвенчура, где персонаж бегает и прыгает на платформу? Я сомневаюсь, что там можно что-то прям супер ебейшее сделать. Когда ты новичок-малютка. Скажу, что ему сигнал нахуй сделали, а ему нет. Так он придет и скажет, а можно мне? Я скажу, брат, тебе, конечно, можно. Да еще и за бесплатно. Чего уж там. Для девочек миллион, для мальчиков 30 поинтов будет стоить. Блин, много поебучки пропускаю, ладно. Все сердца проебал синий еще. RPG, понял. Сейчас я его толкну, разбужу. Ловлю на слое. Обещание действует 2 секунды, кстати. Ай. Да ты сын бабушки. Стрим без мата, кстати, добрый. Добрянка классическая, без мата. Правила менять нельзя, в смысле, кто сказал? Кто сказал тебе такую глупость? Ника, если ты как бы любительница правил разнообразных, напомните про правила. Ансабы лижут ноги сабам. Так. Извер, ноги у тебя вылизаны? Одежду кодить, жесть. Не, там серьезно тупо. А ты скинь мне парочку этих, парочку скриншотов хотя бы. Или может какой-нибудь там кусочек, микрокусочек гаплея. Или вообще просто как оно выглядит. Интересно посмотреть. В DC типа скинь, а я чекну после стрима. Реально интересно. А ты сам лепишь модельки тоже, или ты берешь какие-то из общего доступа? О, кстати, хочешь, я тебе дам контакт своего друга? Он недавно 3D-модельку закончил. В ZBrush. Если ты сможешь ей этой модельке сам скелет сделать, она будет бегать у тебя в игре. У него она без скелета. Там такая дивуля с робо-ногами. Если ты там умеешь как-то их обрабатывать. Я вообще-то лежу попочку и писечку. Ну это уже пройденная тема, Ника. Это уже не в моде, так скажем. В Ник в C модель Тюмея, музыка. Ну ладно, ладно, как скажешь. Давай, 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 спокойной ночи, Ника. Спокойной ночи, но ноги были не вылезны, ребят, запоминаем. О, еще Муракачан в чате. Ребят,
Ника с вами в одном чате сидит, понимаете? Как вы это терпите? Как вы терпите вот эти... Вот это неуважение к себе, к сабам? О, бутылочка, это новая бутылочка? Да, переработанная, хорошая вроде. Должна много дамажить. Найс. Погромче там не навалили звучка, кстати. Что скажете? Возьму, наверное, эту бутылочку. Для сердечка. Она достаточно прикольная, мне понравилось с ней играть. Можно еще синих налутать. Я не знаю, синие кладутся в банку, нет? О, сюда. Не, синий в рот сразу, отлично. Если пойду в студию, то буду для близов шабашить. Прикольно. Блин, а есть ведь наверняка в интернете какие-нибудь там ЕГЭ предыдущего года. Может мне по приколу ЕГЭ написать на стриме ходить? Это будет специальный образовательный стрим для тебя, Ника. Подготовка к ЕГЭ с друзьями. Напишем там какие-нибудь, ну только не математику, ёбаную. Тавер, понял. Общество, бля. Я уже ничего не вспомню, скорее всего, оттуда. Так, что стоит? Старс? Ну не, наверное, все-таки сан получше будет на более поздних этапах. Так, с бутылочкой попасть. Нанести 1 миллион дамага. Опа. А, это так не работает. Понял, игру не наебешь. Сучарочка. Блин, дэмэджа маловато у меня, конечно. У меня есть типа самончики и всякое такое, но конкретно с руки вообще супер мало дамаги. Надо что-то искать. Блять, у меня слишком мало проков комнат было. Ангельских, дьявольских. Блять, это новая механика падающего кала. Я хз, как ее доджить. Смерть, смерть, умри. Супер долго, вообще говоря. Плюс хп, ну хп есть зато. У тебя и так стрим образовательный, куда еще больше. Не понял. Когда Final Bind? Или бета-тест будет, бесплатно постримишь? Бесплатно. Ну, по приколу запущу, почему нет? Ну, ты мне скидывай такое же, знаешь, и, в которую можно будет пройти. Ну, я не знаю, у тебя же там наверняка есть какое-то условное... условное прохождение. Я могу выделить стрим, реально поиграть в игру, которую ты сделаешь по приколу. Почему бы нет? Я спать. Да иди ты уже спать. Я даже сделаю отсылку на тебя в виде отрезанной головы свиньи. Вот это хорошая отсылка. Говно с табличкой Денис Шепста рядом. Оу, неплохая, да, отсылка. А самое главное, все увидят такие, а, да, действительно, отсылка на Денис Шепста. Broken padlock, что это такое? Бомба это ключи, понял. Наверное, дерьмо. На стене голова свиньи персонаж скажет: это член семьи умерший свин Шепстер. Блять. Топ-10 аниме этих отсылок. Я, кстати, охуел вчера, знаете, с чего? Бороздил интернет, короче. И наткнулся. Я просто в ахуе был. Я думал, это какой-то прикол.
Но в Fortnite сейчас официальный коллапс Наруто, блять. Это просто пиздец какой-то. Там добавили рюкзачок на спину в виде Пакуна. И скин Наруто, блять. Чуваки, я думаю, это мейнстримером форточки становится. Ваше мнение по этому поводу? У них там столько коллабов, просто ёбнешься. Со Street Fighter я там еще увидел коллаб. С Марвелом вроде еще. Ну, короче, вообще, форточка, походу, просто ебейшего обхвата игра. Я понимал, что она популярна, типа, но настолько, блядь, популярна. Это прям жесть. Умер, утонув в говне. Понял. Месяца два где-то? Да? Слушай, я не шарю. Я просто только вчера увидел и был в ахуе вообще полнейшем, если честно. Блин, малютка. Блин, мне бы тогда ББФ, чтобы они все выросли. Ой, или как там, подожди. Не ББФ называется, ББФ это муха большая. Как Best, Friend, BF. Еще какая-то буква там должна быть. Ну, поняли, короче, которая миньонов бафает. У меня уже три миньона. А то, может, еще миньоном и этот считается. И кружка, блядь, летающая. Может, тоже будет бафаться. Блин, забавно, что это RPG про свиней будет, я так понимаю. Forever. А я что сказал? Best friend... А, best friend forever, реально. Так и есть. Так и есть. О, там какая-то приколдушка лежит. Там знаешь, что Антоха заказали, кстати, в это воскресенье? В игре на заказ лежит. Я думаю, ты будешь в ахуе. Мне, я уверен, что ты это знаешь, что это такое. Игра называется Горький 17. В озвучке Гоблина. Как тебе? Советую прийти в это воскресенье посмотреть. Мне кажется, ты будешь в восторге. Что за говно, понял. Теперь точно съебалась. Ну, не, ну теперь точно не съебалась. Ты правда, ну, не узнаешь кое-что? Ну ладно, что уж там, иди спать. Не думай о лишнем. Я знаю братва и кольцо. Короче, у Гоблина есть... Вот так вот сделаем. У Гоблина две игры есть. Одна Санитара подземелья, которая сделана по его, я так понимаю, книге, блять, или что он там написал. А вторая... А в Горьке 17, я не знаю, но он, наверное, тоже какое-то участие принимал. Как минимум, озвучивал, вроде как. Я, может, путаю, кстати. Но мне вроде кажется, что там есть Гоблин. Короче, это тоже русская игра наподобие Санитаров подземелья, чел. 99 бомб. Деду надо. Это, кстати, тот самый урон, которого мне не хватало, если что. Понимаю, блять. Понял, в магазик зайдем. Дахнецкое чудовище отпечаталось в моем сердце. Это что, это было в этом? В Братве кольцо? Чел, я помню, как мы в Братву и кольцо играли. Сколько нам лет было? Это ж у тебя было, причем на компустере. И ну, справедливости ради, я не помню, насколько геймплейно она говно, прям эта игра. Но это просто закос под, собственно, Властелина колец второго. Две башни. Типа, просто, типа, экшен от третьего лица такой, типа, слэшерок. Битэмап 3D-шный, скажем. Будет первая нормальная игра в твоем списке. Да ладно, я во много хороших инди-игр играл. Так, придется сам юзнуть, то сдохну. Ладно, может, не во много. И, возможно, не все игры, про которые, я думаю, являются инди. А, ну вот Hollow Knight, чел. При всем моем уважении к тебе, мне кажется, Hollow Knight ты не переплюнешь. Тоже инди-игра, тоже делалась там двумя чуваками, какими-то тремя. Типа я фэн Hollow Knight. Игра вообще-то потом.
Душные пришельцы? Это где? Это о чем? Про братвое кольцо или про Hollow Knight? В какие инди игры я играл? Хорошая инди игра, Death Door, кстати. Вот, вот, Death Door, и вот если ты посмотришь на Айзека, ой, на Айзека, блядь, на Hollow Knight, это супер качественная инди игра. Ты даже можешь подумать, ну это могли сделать какие-нибудь там AAA чуваки. Хотя, наверное, AAA игру даже такую в 2D, что нельзя ее назвать, да? Ну, короче, Hollow Knight выглядит супер качественно. По крайней мере, в 2021 году. Возможно, ранние ее выпуски обыкновенные выглядели более пососно. Но сейчас вообще просто тупо топ. А вот посмотришь на Death Door, и ты видишь сразу, ага, инди-игра. В том числе и в геймдизайнерском, там, типа, плане очень много говна всякого. Во что еще из инди играл? Вот я недавно играл в Superliminal. Мне кажется, это инди-игра. Супер балдежная игра. Супер с забавным концептом. Типа загадки, интересные загадки, прикольные. Интересная механика придумана. Про... как это называется? Вылетело из головы. Hollow Knight 2D, вот эту игру делать нехуй. Можно лор Айзека разжевать? Ну, короче, в двух словах давай, я сильно не шарю. У Айзека есть мама и папа. Они поссорились. Папа ушел из семьи. Айзек маленький мальчик. Мама религиозная. Все, игра про его переживания и про то, как он умирает, уходя из дома. Или он умирает у себя в комнате, где-то закрывшись. Короче, такая игра. А все вот это то, что происходит, это сон собаки. Это сон собаки, это всякие типа человечки, которых он там с байти рисовал, всякое такое. Ну, в двух словах, вот так. Там куча деталей всяких интересных. Я наткнулся на разжеванный лор Айзека, мне очень понравилось, чуваки. Советую посмотреть. Если вы загуглите, скорее всего, типа лор Айзека, вы найдете видос. Видос от какой-то девочки на 30 минут. Не помню ни никнейма, ни канала, ничего. Такой какой-то канал малютка, короче. Минут 20-30 идет. Очень хороший видос. Крутой. Можете посмотреть, мне кажется, не пожалеете. Типа разжевано прям, все в рот положено. Всякие приколдесы рассказаны, всякие детальки. Если кому-то реально интересно узнать лор Айзека, посмотрите. Хотя вот мне, например, было похуй на лор Айзека всегда. Я, конечно, допускал, что он есть. Но посмотрел видосик и вообще не пожалел. Недавно играл в хуйню про космос душный... А это тоже инди? Ну да, наверное, инди-игра. Не, слушай, ну, геймплейно душная игра, ничего не скажешь. Да, геймплейно меня игра задушила, геймплейно вообще не мой варик. Типа хождение в рождение. А вот мы потом смотрели разбор лора на другом стриме уже. И типа, ну как, не то чтобы лора, а типа всего происходящего. Короче, объяснение, ну да, лора, скажем, окей. Объяснение мира вот этого. И очень клево, типа, крутая задумка, все клево расписано. Такая типа научпоповская, ну как, не научпоповская, научная фантастика. Со всякими приколдесами. Мне понравилось. Типа да, геймплейно... Но мне кажется, если бы она была геймплейно другой, она бы не получилась настолько балдежной все-таки. В том числе. Типа я ее не прошел бы никогда. А даже если бы... Ну не, ладно, никогда бы, скорее всего, не прошел. Исключительно с подсказками, там еще с чем-нибудь. Я вот что-то как-то в такие игры никогда не играл. Чтобы сидеть там реально дупля отбивать из записки, что мне нужно там полететь туда-то, сюда-то. Может быть и допер бы, но хз. Некоторые вещи там, мне кажется, ну далеко не очевидны. Могут оказаться. Хотя когда я на стриме играл, я вроде все разгадал сразу, с первого раза. Причем разгадал даже сложную загадку. Там еще минус, минус одновременно плюс, что геймплей завязан на циклах временных, что как бы, ну,
как идея топ, да, прикольно. Типа временный цикл, у тебя 15 минут там или 20. Мир начинает разрушаться, бла-бла-бла. Но когда это начинается в геймплее, ты такой типа, бля. Дэмэдж нет нихуя, что делать? Супер Лиминал, супер интересная, супер игра, суперская супер малютка, супер стрим. Блин, я сегодня слово малютка сказал раз 600, наверное. Более того, все люди вокруг меня начали говорить малютка. Заразительное слово, ребят, поаккуратнее с ним. Но мне нравится, клевое слово, малютка. Вот Лорд Эсса или Ван Писа, или Мора, это тема, а Лор Айзека, да не, Лор Айзека клевый, мне понравился. Лор Айзека душевный. Типа, не, ну как бы, сама история-то, я говорю, она понятна. Вот, то есть. Вот то, как я ее описал, это, в принципе, более чем достаточно. Но там всякие детали именно интересные. Я у тебя своровал. Кого? Слово малютка я у тебя своровал? Не, ну, возможно, что я его от тебя услышал. Но, Вань, мы с тобой... Угу. Мы с тобой оба знаем, откуда оно пошло, так сказать. О, а я его выебу просто кругом. Мне кажется, в околомедовской тусовке слово малютка очень многие люди употребляют, камон. Типа лор ДС-а прикольный. Но дело в том, что... Ну, в лоре DS там надо половину додумать самому. А From Software как бы и не против. Вероятнее всего. Потому что поэтому сколько там от лора DS, как бы... Лор DS это ролик начальный. Все, все остальное бред собаки. Вот в этой игре, в Outer Wilds, которая про душных пришельцев. Там, пожалуйста, там вообще все тебе рассказывают. Там ничего додумывать не надо. Ну, нет, там были, конечно, моменты какие-то наверняка. Тебе там просто дают ответы на все, кроме, возможно, там мотивации какой-то конкретно в каких-то определенных случаях. Тебе уже как бы последствия рассказывают. Но не говорят, почему они пошли таким путем, например. Ну и то это я так сейчас из головы выдумал. Скорее всего, там такое что-то есть. Просто я помню эти приколы из разряда... Мы можем сделать вывод, что, скорее всего, это можно предположить. Я хочу поиграть в компьютерную видеоигру, блядь, сюжетно ориентированную, где мне просто все расскажут. Вот как, например, в этом... Вот Control игра. Никакой не Control, тоже, ну, типа Control, только про время, как... Я думаю, вы поняли. Quantum Break, я вспомнил. Пожалуйста, типа, сюжетно направленная игра. Кат-сцены по часу. Зашел, посмотрел киношку, пострелял по человечкам. Все тебе рассказали, ничего придумать не надо. Не нашел рыгающего смайлика. День с переигрышем. Временных Спижина, Зельды, Мажор Маск. Да камон, чел. Ты что думаешь, Зельды это первые люди, которые это придумали? Я думаю, это выслал кто-нибудь миллиард лет назад. Скорее всего, это... Ну, мне кажется, вот эти перемещения... Ну, не перемещения во времени, а вот эти временные циклы, повторяющиеся, это скорее научная фантастика, чем фэнтези-говно. Так что, мне кажется... Есть какая-нибудь просто старая книга научно-фантастическая, в которой подобные вещи происходят. Мажора Маск это когда был?
Так, как бы мне не получать звездыч? Алор Зельды, чё, как тебе, Антох? Крутой? А это конец. Ладно. Прошел, получается. А я что думал, я сейчас пойду это к сатане или к ангелу? Но, видимо, я пока еще не открыл эту фигню, да? Айзек нашел удавку. И повесился. Смотрел ролик с подобным лором. Там все объяснено о двух концовках первой части, что представляет из себя Эстус. Да ну не, я понимаю о чем-то. Так, гу, грит разочек. Пофанимся. Мне нравится грит мод, клевый. Все рассказывают, кто спорит. Просто это все рассказывают таким образом, ну, странным. Типа через записки, через какие-то конкретные фразы конкретных персонажей. Я такое не очень люблю. Я все еще убежден, что в это очень тяжело саму вникнуть. И люди, которые говорят, что они сами отбили дупля там вот в играх подобного жанра, мне кажется, пиздят. Якудзу скоро поиграю, кстати. В Зира, скорее всего. Давно хотел уже пройти. Надо только настрой поймать. Нужный. Мне кажется, ее можно пройти вообще за стрима 2, если рашить сюжет. Не делать сайды всякие. Хотя я вроде наслышан, что в Зеро прикольные сайды. А потом можно было бы и первые две килами пройти, например. На первой килами вроде есть Русика, вот на вторую. Первые килами-то я проходил уже. В прошлом году. Ну, с радостью бы перепрошел, на самом деле. Так, я не помню, это малютка блюет или нет? Большой. Или он ли бегает? Битый пиксель, здорово. Блин, душноватый босс с маленьким количеством урона. Дэмэдж не хочу получать. Так, отлично. Так, вот это приятные малютки, но если их два... Надо контролить хорошо. Блять, за контролю проверяйте. Ну ладно, минус черное. Сердечко. Блин, знаете что? Наверное, надо купить Xmas. Этот уголек, презент. Хороший артефакт. Если я найду какой-нибудь луч, лазер и подобное. Закомбинится отлично. Белый шприц, что делает, не помню. Ну, скипну, ладно. Скорость дает вроде, что-то еще, а что еще не помню. Воплощение циклов в игре каждый раз перебью сначала и сохраняешь опыт прошлого. Да ты, ну,
пожалуйста. Я просто более чем уверен, что это не так. Это же просто, ну, обычная, типа, временная петля. Камон, ты что думаешь, никто временную петлю не придумал? Как день сурка и тому подобное. Мне кажется, это... Супер старая дресня, забей. Блять, и лезут, суки, закончитесь. Это клёвый мопчик мне попался, он вроде копирует мои эти. Зельда — это он хорошего сторителлинга. Побойся бога, Антоха. Чё, мяскос есть? Дома капает, но вроде мало, да. Ну, о, соска, я очень люблю соску. Терсап дает. Но я не найду, наверное, 10 монет уже. Вон, в Батве еще сторителлинг крутой. Линк. Убей Ганона, спаси Зельду. Сторителлинг окончен. Да и с этим я с тобой согласен, что, типа, лучше простая история, нормально рассказанная, чем хуёво рассказанная, сложная. Но... Ой, я из игры вышел. Мажор Мас выслал в 90-х. Чел, ты чё думаешь, научных фантастов не было 30 лет назад? Мне кажется, еще в 20 веке челы откисали, писали. А еще муши раньше. Ну ладно, раньше навряд ли, но... Загугли там какую-нибудь... Да, мне кажется, это гуглится вообще элементарно. Загугли там какой-нибудь первый научный фантаст. Или какой-нибудь загугли лучше этот... Ну, вот, как это дресня называется? Про день сурка, типа. Откуда это пошло? Там же первоисточник будет. Мне кажется, там будет какое-то литературное произведение старое. Я в этом прям уверен на 99%. 90-е, мне кажется, это уже все. Это уже... Слишком поздно для того, чтобы там что-то новаторское появилось. Все было написано, все было рассказано. А то, возможно, еще и какая-нибудь окажется, что там не научно-фантастическая дресня, а какая-нибудь подкрепленная, знаешь, реальной наукой, какая-нибудь, блядь, существует клетка, которая ежедневно скукоживается и раскукоживается, у нее бесконечный цикл. Я уверен, что чем-то такое Ирл есть. Блин, монетки не хватает. Что сделать? Вот так, может быть? Найс. Терсап — это топотоп. Что-то спит она еще давала. Шприц, да, ты имеешь в виду, беленький? Но уже поздно. После прошлого поинта воскресенья потянуло в Dead Cells. Dead Cells крутой, да. Я в него, опять же, ну, уже говорил, я в него не буду играть исключительно, потому что, ну, это прогалик, в который надо много времени потратить, чтобы поиграть. У меня есть Айзек. Я просто понимаю, что у меня, ну, мне нравится Dead Cells, но играть в него просто нету, типа, времени, как бы. И желания, наверное, даже. Хотя желание даже есть, я бы сказал. Типа, я с кайфом запустил его после стрима, разок поиграл. Типа, и вообще не задушил сфармить те же локи. Там еще и прокачка новая у меня открылась после первого босса. И я думаю, это еще далеко не конец того, что там может открыться.
принципе, я еще даже там билды не начал делать из оружия. Я так понимаю, в этом прикол основной. А чё по поводу не путать сюжет и сторителлинг? Ну... Там какой сторителлинг? Ты нач... Ну, игра началась. Чё тебе рассказывают? Ну, хоть и не рассказывают. Ты вышел, появился чел. В конечном итоге он тебе тоже скажет, иди спасай принцессу. Они там все это говорят по КД. Ну, там есть какие-то микроистории про все четыре народа, но... Откровенно говоря, мне очень... Когда я проходил, мне показалось, что они не докручены, эти истории. Можно было сделать намного лучше. Банально катсцену, блядь, добавить одну. Чё, много ума надо. Типа, навалить драмы. Глубины какой-нибудь там, хозяин. Может, они этого сознательно не делали, потому что... Ну, чтобы, типа, детям очень зашло. Но мне кажется, хз. Мне кажется, детям и так зашло. Был. Типа, сама основная история. Того, что иди, Ганон, убивай. И все, до свидания. Там из интересных историй была... Ну, типа, что мне понравилось? Мне понравилась история... каменных челов с тем, ну там не там, мне кажется, был на это запил, но это не раскрутили, про то, что вот этот главный чел умер и он оставил наследие, и там был малютка маленький, который должен быть был типа быть наследием вот этих горинов там, или как они назывались, не помню, но этого не раскрутили, его там показали, как он рукой машет, и ты такой типа, ну да, охуенно. Про песчаных девочек вообще похуй. Девочки просто. У ворон, ну у ворон ничего было так, плюс-минус. А у водяных вот моя любимая, просто мифа суперняшная, ее брат суперняшный, там крутая музыка. Но история как бы тоже не совсем раскручена. Как мне показалось, там был запил о том, что батя любил сильнее дочку, чем сына. Ну, может, я это сам там увидел в этом. Но... Я как будто бы это увидел среди каких-то диалогов, но это вообще никак не обыгралось. Но, возможно, я это сам себе придумал. Но Зельда при этом все еще крутая. Это факт. Островные китайцы придумали путешествие во времени, а про воплощение именно в игре. Так, камон. Какая разница, где они это придумали, в игре и не в игре? Придумано-то было уже. Если какой-нибудь чили-босс сейчас, не знаю, пойдет, напишет первое хоку про... День сурка, что он скажет? Я придумал. День сурка в хоку. Это ж хуйня. Ну или там в любом другом жанре, ну ты смысл понял, ладно. Я более еще скажу, там, скорее всего... Ну, вот, ты сказал, что это были у островных китайцев, там какая-то херня была. Там, вполне вероятно, это были суперстаринные какие-нибудь, знаешь, истории, там, около религиозные. Про челов, там. Которого, например, наказали, там, боги, знаешь, он должен был каждый день проживать его заново, бла-бла-бла. И было придумано это 10 тысяч лет назад. Забей. А то, что они это в игру воткнули, как бы, ну, молодцы, чё. Ты ему про аномалии, а он тебе про артефакт. Сколько данжей открыл, сколько квестов сделал, на создание деревни или покупки, нам даже не дошел. С
Скажи игру, где был повтор времени, это было интересно. Outer Wilds? Блять. Там не то, что повтор времени. Да чел, если я этого не знаю, это же не значит, что этого нет. Я же тебе говорю, ты говоришь, это было в Мажора Маске. Я тебе говорю, да Мажора Маска это придумали 10 тысяч раз. В геймплейном плане, может, в Мажора Маск было впервые. Ну, допустим, какая разница-то. Как это делает хуже наличие такого же приема в Outer Wilds, ты не понимаешь? Сдохни, 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 малютка. Блин, дэмэджа маловато, нету имбы какой-то. Какие-нибудь бомбы, споры, чем-нибудь такое надо. Сейчас, походу, от кессон случится. Не, живу, живу. Блин, крылышки, лапка, ну это говно. И моча. О, в 12 минут, бля. В 12 минут, конечно, реализация вообще на уровне, нахуй. Но в 12 минут, кстати, реализация практически как в Outer Wilds. Типа геймплей, да? Тебе тоже надо одно и то же проходить по 700 раз. Но в 12 минут это просто более душно, потому что там нужно какие-то конкретные действия совершать. Типа в рамках одной квартиры, как идея звучит прикольно. А где крутой лут? А дайте деду лута. О! О, оно! Я забьюсь в угол и буду стрелять на фулл карту. И уголек будет бустить дэмэдж. А? И далее? Ну все. Сейчас в идеале, конечно, еще найти чем-нибудь какую-нибудь самонаводочку. Даже прожимным предметом. И на боссе просто зачилить. ХПшки набрать побольше, еще и нормально будет. Ну все, отличный билд. Мне, в принципе, нравится. Можно отлететь, конечно, все еще, потому что мало ХП. Но в целом, кнопку зажал, просто и убиваешь всех. Осталось только доджить. Скорость есть, дэмэдж есть. Все есть, все отлично. Блять. Так, надо пойти закупиться там. Это деньги сгорят. У нас фича, чтобы сократить деньги на разработке. Ну не-не, мне кажется, концепт все-таки во главе стоит, чем сокращение денег у 12 Minutes, как и у Outer Wilds. Если на Outer Wilds посмотришь, там она выглядит вполне себе даже очень ничего. У 12 Minutes выглядит дерьмово. И задумка. Задумка хорошая, но реализация кал. Так, ладно, я вот это куплю в надежде, что выпало говно мочи. Я могу зарерулить, по идее. Ключи, кал. Статы какие-нибудь банально, там, нимб что-нибудь, ну, это тоже сойдет. Тоже нормас. Конфета что? Конфета вроде карты дает, это не очень интересно мне. Или это не конфета, билетик на какой-то.
Так, еще один шприц, два шприца. Ну можно, в принципе, собрать шприцового пацанчика себе. Идите, смотрите, какая скорость. Вообще непонятно. А у меня, наверное, еще лазером будет стрелять. Да, у меня еще лазером стреляет мой самон. Ёбен бобен. Ты знаешь, твист 12 минут главный? Не уверен. Можешь рассказывать вообще смело. Я вот поиграл 2,5 часа и дропнул. Альтов 4 нажал, потому что ну просто пиздец, гумос начался. Че, лазер там не ебут по ушам, кстати? Нормально. Ого, чуть за... Сандриус. Блин, этот самон, который просто по кругу лазером. Охуенно. Ну, тут ничего, наверное, для этого не очень подойдет, да? Мух, типа, можно было купить, но зачем? Мыло. Не помню, что мыло дает. Лучше не буду покупать лишний раз. Нужно малютку взорвать. О, у меня еще и супербомба, кстати. Хотя у меня бомбочка-то всего одна. Так, я тут собрал. Собрал, окей. Outer Wilds. Ассетное говно, напиздили, купили модели, скриптов и все. Историю-то они придумали сами, написали. Причем историю, которая откликается с одними из самых популярных современных теорий, типа, ну, около, как это, ну, типа, космических, как это называется? В космической науке, короче. Твоя жена — это твоя сестра, и твой батя против вашего брака. Тупо топит, чтобы ты с ней не встречался, и в конце ты выбираешь, встречаться с ней или нет. Блять, ну и хуй-то. Бля, реально? Нахуя это сделано? Твоя жена — это твоя сестра. Ого, какая бомбочка. Смешная, кстати, но, наверное, нет смысла ее, да, использовать в этом режиме. Она вроде крутая именно в обычном режиме. Она там все комнаты взрывает, что ли? На этаже. Ты заходишь, типа, и от тебя волна хуярит. На всем этом же. Так, мне самое главное само на себе оставить на босса. Не забыть. Если уверен, что бьешь файнал босса, экономим деньги. Можно, кстати, реально, слушай. Ты прав. Но я, если честно, не уверен, что я убью босса. ХП мало. Я бы хотел ХП побольше купить. А что нам дает эта фигня, если я денег принесу? 999 я уже не принесу, да? 99 точнее. А там нужно вроде на 99, ты говорил, если не ошибаюсь. Так, все, ставить не буду, потому что вроде уже не хватит. Сюда. Ой, двойной урон. Если сейчас какие-нибудь черные сердца полуны выпадают, я куплю. Не полуны выпадали. О, у меня, кстати, пилюльки же исключительно положительные, да? А я забыл. Блин, целых два сердца стоит. Дэмэджа будет еще больше. Но мне хватит моего дэмэджа, я думаю. Чем больше принести, тем больше анлоков за один раз. Сколько это говно стоит? Wolf Mins? Я думаю, рублей 500. Сомневаюсь, что больше. Ну, а мне даже, в принципе, не на что деньги тратить тут. Сердце, типа, купить просто, чтобы было. Фуловое, и все. 20 монет залью. Нет, твист полное дерьмо, конечно. Блять, топоры лишние. Так а сколько она, по-твоему, будет стоить, если не 500 рублей?
Ты цену-то видел на современные игры, брат? Я тебе больше скажу, она может и больше, чем 500 рублей стоит. Ой, бля. Тут надо доджить вообще все. Так, мой лазер вроде их ваншотает. ХПшки все-таки ма... Сука, укусила какая-то за нос. Ну-ка, бомбочку ему туда закинешь. Что-то она не взорвалась, нихуя. Вилфминс, тем более, ты не забывай, там супер именитый каст на озвучке сидел. Я думаю, они в это вложились, поэтому... Возможно, и больше, чем 500 рубасов она стоит. Озвучка у тебя будет в игре, Антон? Будут свиньи хрюкать? Надеюсь. Сучий ты, сынок, блять! Умри нахуй! Найс, сдох. Пошел нахуй. А, блять! Все в порядке, ребят. Без паники. Из победка. О, что-то замочил. Какая разница, что ее за месяц сделали? Во-первых, навряд ли за месяц. А во-вторых, ну, людям платят зарплату. Антон. При этом хотят еще в плюсе остаться. По азиатской схеме никого не озвучивать, понял? Нет, тебе надо как в этом. Тебе надо как в... Animal Crossing сделать, я тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. Понял? Только с хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Бедняга Исаак. А что с ним там случилось в концовке? Опять сдох? Так. Чё, куда? За кого? Можно пойти за... За Кайна. В обычный ран сходить. Пройди игру на хорошую концовку. Нет хорошей концовки в игре, к сожалению. Не, она есть, но она фейковая. Типа, true ending в том, что Айзек умер. То ли в своей комнате, то ли из дома ушел. Потому что винил себя в том, что, типа, отец семьи ушел, что ли. Ну и с матерью там у него не складывалось. За коробку? Да коробка — это закрытый персонаж, Ваня. Ты есть прикол... О, мистер гифт. Открыли зачем-то, как-то. Я думал, игра рофил. Не-не-не. Да посмотри разбор этот, разбор лора. Ну, реально советую, реально интересно. Там грустная история про малютку. Так, это еще не был в золотой комнате, да? Ну-ка, что-нибудь пиздатое. Бомбочка. Ну, сойдет, ладно. Повзрывать эти секреточки. Типа вот этой. Бам. О, это найс. Ух, бля. Охуенно. Вот эта пилюля, как обожрался, блядь, малютка.
Блин, что-то голос садится, чуваки. Ну, я заболел, короче. Окончательно. Хз, связано ли это с тем, как я позавчера поспал под открытым окном 2 часа? Жалкие. Либо все-таки мне корону принесли родственнички в гости и забыли ее тут. Тут есть хорошая типа концовка, ну самая последняя, она типа самая хорошая. Там в конечном итоге батя возвращается в семью, Айзек с мамой типа мирится, и они там все обнимаются вроде. А, не-не, я вспомнил. Как это выглядит. Последняя концовка вроде выглядит так, после убийства последнего босса, вот в этом в репитансе добавленного. Там все то, что происходило до этого, объясняется тем, что это типа батя такую сказку Айзеку читал перед сном. Но если типа покопаться в деталях, то оказывается, что на самом деле там одна из старых концовок настоящая, где Айзек умирает. Хотя в игре об этом прямо не сказано. Ты можешь сам для себя сделать выбор, но... О, Лазер Тирс. Бля, опять подсунули мне. В игре об этом напрямую не говорится. Но... Считается... Ну, я не знаю, как, насколько это считается прям каноном. Но чел, который как бы главный... Ну, главный мозг, короче, этой истории, скажем. Я не знаю, кто он помимо этого еще. Как минимум сценарист. Ну, условно сценарист, да. Он, собственно, у кого-то в чате на Твиче, у какого-то чела, которого он смотрит, у своего друга, когда у него спросили, мертв ли Айзек, он сказал, да, Айзек мертв. Поэтому как бы так. Спасибо за фоллоу. Спасибо. Если с озвучкой... Но я тебе реально говорю, именно весь геймплей визуал сделаю типа за месяц. Ну, б. Бан необоснованный в прошлый раз был и меньше, чем у второго персонажа. Господи, блядь, чел, я тебе уже говорил, ты фанат шизотеории, по всей видимости. Тебе стоит запустить хоть раз стрим в своей жизни и посмотреть, как выдаются таймачи. Там нет возможности, блядь, дать кому-то 10 минут, а другому 7. Понимаешь? Там можно дать 10, а можно дать 30, блядь. Или час даже там сразу. Не души меня. Так, чё, в Магазиус пойдёмте зайдём. Хочу я банку? Наверное, не хочу. Вот так, наверное, хочу сделать. На какой хуй мне банка? Если у меня слишком много синих. Наверное, в теории в банку можно синий собирать, да? Блин, я не попадаю раз через раз. Можно, конечно, так, но это... Все, можно бомбочку подсунуть. Найс. Шприц говна. Ну ладно, чё. Speed range. Блин, у меня так много синих сердец. Я ж могу за 3 синих сердца купить в магазе что-то, да? А, нет, мне скажут покупай за красные, скорее всего. Ладно, скипнем. Наверное. Лучше в ангельскую. Если я все-таки правильно понял, как это работает. Блин, хз даже. Ладно, го, возьмем. О, найс. Не зря открыл. Нет, как раз на такое на что-то и рассчитывал. Либо там на монеты кучу с ключиком. Даже еще лучше, скорее всего. У меня разве что Крампус вроде не открыт еще, да? В обычном режиме. Я так понимаю, в гриде он по дефолту открыт, что ли? Но в обычном режиме Крампуса надо как-то открыть.
То есть мне уже не получится залутать уголек в этом ране. А уголек, конечно, клево смотрится с такими выстрелами на полкарты. Дис чекнуть, там секунд 30. А что ты хочешь? Что важно, да, посмотрю. А, видосик, да я гляну видосик после стрима, камон. Я там тебе что-нибудь напишу. Я бы мог вывести даже, может, на стрим показать, что там происходит, просто неудобно захватывать будет. Я гляну, напишу тебе. Если ты уже спать будешь, завтра ты видишь, ничего страшного. В 10 раз в год бываешь, ну ё-моё. В телеге могу тебе написать. Как это будет работать? Ну-ка. Ёбин-бобин. Кайф. Слушайте, мне нравится. Не знаю, лучше ли это, чем просто было бы играть с обычным лазером. Да, да, у меня новая телега. Напиши мне просто свою телегу в дис. Я тебе напишу. Че, вернуться? Ну-ка, вернемся. Что можно в этих комнатах интересного найти? Блин, какой кайфовый. Как это назвать? Симбиоз. Комба. Забавно так выглядит, как будто, знаете, такие, типа, электрические разрядики. Надо, наверное, поспешить. Слушайте, бля, я Васян. Короче, откат. Я пошел рашить до мамки. До 20 минуты, чтобы убить. Я бы, может, с таким билдом на хаш сходил, на самом деле. Что я начал время тратить на комнатки. По пути еще там чего-нибудь найду, мой демешап. Еще какую-нибудь говна пачку. Босс-раш хотя бы, если что, пройду. Кто такой хаш? Босс? Большой синий такой, черт. Блин, так, сейчас произойдет абуз в прямом эфире, чуваки. После комнаты скипну. Ну, в смысле, отключу. Блять. Замедляха. Блять, какой. Как же клево это выглядит. А с тенями еще вообще балдежно. Ого, слива, здорово. Фига себе ты привел народу. У меня максимально человый стрим ночной. Буквально на пару часиков. Дякую, дякую. Здорово, мужики. Стример без вебки не стример. Блин, извините, ребят. Я уже говорил, почему я без вебки стримлю. Я просто боюсь, что женская аудитория моих стримов, ну типа, блин, жесть, там куча всяких этих вещей. Спасибо, спасибо за все, что вы делаете. Короче, я как человек православный топлю, естественно, за традиционные семьи, полноценные, с мужем, с женой там. Ну можно с мужем, неважно, короче, вы поняли.
Самое главное, чтобы детишек было, да побольше. А соответственно, что? Соответственно, женщинам на мои стримы нельзя. Если я буду с вебкой стримить. Они же зайдут такие, типа, посмотрят и скажут, и нахуй мой муж урод мне нужен, блять. Если есть стример Денис Шепстер. Спасибо за фоллоу. Чё? Он просто очень страшный. Не понял, Слива. Я тебе скинул фотографию, где я другу соски лежу, алё. Мне кажется, это максимально сексуальная фотография вообще, которую ты мог видеть. Как после этого такая мысль в твоей голове могла появиться? О, разблокировал кого-то. Он мне покажет? Пожалуйста. Почему ремастер GTA Vice City похож на Simpsons Hit and Run? Бля. Кстати, Слива в некотором роде знаток Simpsons Hit and Run. Ты прошел, Слива? Я помню, ты проходил. Я помню, у тебя слетел сейв. Так, можно выкручивать вроде, правильно? Или у меня два подряд Curse of Darkness? Реально два подряд? Ладно, выкручиваем гамму обратно. Классная ау, попьем чаю, когда я разведусь. Да, можно. Это у меня на хате? Да, да, где мы жили тогда, на съемной хате. Sugar Daddy, это я, ребят. Если ты не против, то мне покажет прямо сейчас. Да я не против, камон. Ну, естественно, если ты свободен и не в отношениях. А то мало ли. Что? Ой. Блядь, червячки. 11 минут. У меня первый девс. Ну, нормально, кстати. О, рак. Слушайте, рак крутая штука, берем. Ей, кэнсер. Он теперь не может ее найти. Ё-моё. Ну. Возможно, на самом-то деле он просто ее бережет, как зеницу ока. Не хочет ни с кем делиться. Так сказать, эксклюзивная фотография. И более того, у меня даже оригинала ее нет, скорее всего. Что делали? Рассказывайте. Что Слива стримил? Там мажор закончился, КСовский? Чикаг. Я так время от времени заходил, смотрел. Но я как бы не сильный фанат КС, чтобы там что-то раздуплять, что происходит вообще на экране. Ого. Навалило тупо. Блин, можешь улететь в комнату? Хочу ремастер Hit and Run, кстати. Блин, мне она запомнилась. Прикольный, кстати. Какого я роста? Ну, там, kind of, 1,90 м плюс-минус 5. Метр с хвостиком. Ну да. Если по правде, то метр с хвостиком. Мажор закончился, а Бум еще обосрался на все ХПГ. Блин, какая-то жирная тема, она мне максимально не нравится. До меня даже уже дошло. Я терпеть не могу подобную жижу. Когда кто-то там что-то сливает, про кого-то рассказывает, короче, это супер-мега жижа. Это дело человека, а не челов, которые там на 2Ч сидят такие, типа... Ай-яй. Так что это я отказываюсь комментировать каким-либо образом. $190 мелочь.
Ну, вы должны понимать, что последний раз я рост мерил в военкомате. Причем в школьные годы, мне кажется. И тогда я был 1,98 м, но просто в следующий раз, когда меня мерили, я был 1,89 м, чувак. Я сомневаюсь, что меня скукожило там за год. Но сейчас старчески, конечно, я уже это... Рост теряю, очевидно. 54 годика все-таки дают о себе знать. Раньше я был молод, красив и лыс. А сейчас я стар, невероятно красив и волосат. Ух ты, блядь. Тушеночка сюда. В духе с Вузеном подружитесь, почти уверен. Он тоже отбитый, понял. Это я, кстати. Давай, Слива, давай. Спасибо за рейд еще раз. Приятно покушаться. Втухис, я не помню, я помню никнейм Втухис, но не помню ничего о Втухисе. А, я помню, что Втухис играл с аллигаторшей в лол, правильно? А, и в вов еще Втухис играл. Такую информацию помню. Воверов я уважаю. Невероятно. Так, пусть сюда зайдем, посмотрим, что есть. Дэвил. О, найс. Хорошая карточка. Сейчас бы в лол играть. Блин, лол крутая игра, вы чё? Типа, она крутая, но в нее просто лень играть пожилым людям. Потому что это, ну, по сути, дрочка. Будет весело играть первые часов 100. А потом ты такой, а, да, ну все. Всех героев я узнал. Как работают способности я узнал. Теперь нужно дрочить. Часов 800 еще. Причем ежедневно и каток по 10. На этом, в принципе, запал у любого человека пропадет, скорее всего. Если вы прям не мега мотивированы стать супер лоллером. Уж не знаю, зачем и кто. Стриминг максимально мое. Так я отец стриминга, по сути. Если употреблять термин «поток», а в украинском варианте «потик», то, ну, это буквально я потик, ребят. Опа, сюда. Хороший бонус, кстати. Lock up. Слушайте, вообще отлично ран. Я сейчас реально пойду хаши бить, скорее всего. Так, пустите Втухиса, я не вижу сообщения Втухиса. Втухис, ты вовер? Ты крутой вовер, Втухис, давай так. Сколько у тебя... Рио. В новом сезоне. Сразу на берегу, так сказать, определимся. Так, слушайте, хороший спаун, что там? О, отличная книжка, найс. Я просто чатик с телефона читаю. Плюс на игре сконцентрирована, такая достаточно требующая внимания к себе. Поэтому сообщение могу скипать.
Ай. Бля, Блэс РНГ, дайте босса нахуй. Сучарники, блять. Да сучьи паучата. Сад. О, мать. Так, душу мать в прямом эфире. Без негатива это делаю. Должны понимать. Просто иногда, ну, надо сойтись с матерью раз на раз, чтобы показать ей, кто в доме хозяин. Это происходит примерно, когда вы созреваете физически. Мать стареет, слабее становится. И тут выходите вы. О, какая имба, я уже вижу имбу. Вот эту, скорее всего. Патрик, я не расслышал. Ну, в каком-то смысле, да, я Патрик. Мне, кстати, 14. Но CVLS или засажу за домогание. Понял, в тухе, ладно. Поднимал приватный сервак в Овске на ПК домашнем, когда в школе еще был. Жесть. Да, господи, Иисус, еще происходит, блядь. Смотрите, как этот глазик наструливает. Я его не в самом удачном месте поставил, конечно, ладно. Так, Рио Фтухиса не увидел. Классик, прикольная вещь, чуваки, ну камон. Сколько вас хватит, чтобы в классике поиграть? Месяцок. И все, и вы блеванете, и уйдете. Классик слишком старый уже. Давайте будем честны. Да, он, может, ламповый, там, все дела. Но он пиздец дубовый. Скоро вы в курсе, кстати, воверы. Объединяемся. Скоро будет официальный сервак. Классический, но если предыдущий классик длился год, то новый классик будет длиться... Ой, предыдущий классик длился 2 года, оригинальный перезапуск. То новый перезапуск контента будет выходить в течение 1 года. Там будут камни телепортов у данжей стоять, как современные. Там будет X-прокачка. И за 5000 рублей дули можно купить на плюс 17. Один факт, пиздеж. Какой, определите сами. Звучит как супер-мега-пок идея, кстати. Я бы даже влетел, возможно, влечу. Переквалифицируюсь в фулл вов стримера. Буду как чел из Южного парка, помните серию? Просто лежать и похрюкивать время от времени. Где моб-то? Кого убить? Ага. Жесть, какая же звероёбка. Возможно, у меня сейчас компьютер взорвется от такого количества светомузыки на экране. Если ваша вписка не выглядит так, кстати, не зовите меня. Повсюду кровь, гнойные наросты. Какие-то черви, блядь, ползают по полу, их давят люди. Дерьмо зеленое. С орешками. Вебки нету, поставь этого чела из Южного парка. Бля, можно, кстати, сделать, забавная хуйня. Она просто место на экране будет занимать. Так, в рамках одного какого-то прикола небольшого можно будет сделать. Надо, мужики, надо врываться, быть, становиться втуберами. Скоро мой дебют будет. Я буду Фурии, Лисенок, Волчонок, Дракон.
с самоопределением как they, them, а? Нормально? Захотел вкатиться в WoW, играя за жреца кого-нибудь. Вкатись, Муракачан. Почему бы нет? Если не знаете шахбокс, то соболезную. Что это такое? Тактики и гайды. Ну, там... Камон, вот если в Тухис ты хоть немножко разбирался вообще... Ну, и чуть-чуть играл, короче, и чуть-чуть дупля отбиваешь, что там в классике происходит или на БК... Там, ну, это да, это же супер тухляк вообще какой-то дурацкий. Как армсы играют в классике. Ты нажимаешь две кнопки, блядь, охуенно. Просто сидишь, лег и две кнопки подряд. Одну прошел, типа, интерапт атаки, вторую. Одну интерапт атаки, вторую. Охуенно геймплей, конечно, мужики, вообще на кончиках пальцев. Ротация за фростмага. Фростбайт. Ой, фростболт. Фростболт, 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 фростленс, фростболт. И пошел, блять, по третьему кругу. Утрирую, конечно, но... А в современном Вове туда-сюда, налево-направо прыгнул, там Сильван, Андуин. Все наши друзья лучшие. Там основная претензия к современному Вову, что, ну, такая, объективная, что контент очень тугой и очень медленно выходил. Ну, мы сейчас не берем, да, в расчет то, что некоторые люди говорят просто, да современный Вов говно, блядь. И все как бы. Вся претензия. Так, фух, что там с хашем? 24 минуты, отлично. Все, я на хаш успеваю, скорее всего. Типикал пати зумеров. Блин, я не шарю, что такое реально шахбокс. Или что там как. Если ваша вписка не выглядит, как показываю фотку, где Денис лежится сок друга, то не зовите меня. Это была не вписка, это была повседневная жизнь. В то, что ты играешь, ждут 1000% карт на экране вместо того кала. Не понял. Не понял, но понял. Зумеры уже не модно в моде пердиксы. О, ребят, я пердикс. Шахбокс вид спорта, в котором чередуются раунды бокса и шахмат. Господи, блять. Нокаут или мат победа. Это какой-то прикол или что? Зрители летают с каждым. Да ладно, камон. Я в Айзека играю. Я стримил Играй Ви, хочу. Я прекрасно оцениваю свои... шансы, ребят. Я играю в Айзека из последних сил, держась, чтобы не упасть, блять, на стол и не уснуть. На 30 часов. Не, я тоже, ребят, шарю за молодежный движ. Знаете, что я вам скажу? Я скажу, что Simple Dimple круче. Э? Что скажете? Что скажете на этом мне? Зумерки. В чем прикол шахбокс Fade Power? Я понял, типа, концепт. Мем в чем? Это раньше реально где-то транслировали, как шоу показывали или что? Нет попыт? Изверс, не надо такое писать в чате. Сейчас все говно, а вот вы говно, я говно, ребят, честное слово. Fade Power пишет, я тяну. Блин, Fade Power, кстати, ну, реально, сочная такая деваха. Я видел фотки в инсте. Особенно мне понравилось с бутылкой пива. Подробности опущу. В каждой женщине должна быть загадка, понимаете?
Или там не Файда Пауэр Тян? Кто Тян, ребят? До сих пор чемпионаты проводятся? Блин, реально, не шарю просто. Ну это какая-то нишевая хуйня, да, походу? Типа все смотрят один раз, смеются, а потом такие, ладно, все, пока. Типа я знаю профессиональные шахматы. Знаю каких-нибудь там шахматистов, типа... Магнус Карлсон. Ну что-то я не знаю, не слышал, чтобы Магнус Карлсон выходил, блядь, против какого-нибудь пожилого грандмастера, блядь, и с ноги ему добил в голову. А, извиняюсь, да, бокс кулаком в нос. А потом орал «Сосать!». Хотя, возможно, я бы на такое посмотрел, чего уж. Все, прохожу, здорово. Так, Айзек это редкая подруба, на самом деле, у меня-то. Такая, зачилочная, затычная. Я просто очень уставший сегодня, плюс запустил с опозданием в 2 часа с половиной. Чем обычно запускаю. Да и как-то Dragon Age меня маленько подзаебал уже. Хочу выдохнуть, отдохнуть. Скорее всего, если куплю завтра эту новую игру по Лолу, запущу ее. Мне кажется, интересный контент, плюс свежачок. Можно будет вкатиться, историю послушать. Там она полностью на русском, кстати. Что очень удобно, невероятно. С качеством стрима 720p, когда букв не видно, блядь. Помню, ты бутылку сидеть было удобно. Так, у меня проблемы, кстати, с ХП. Что делать? Есть информация? О, информация присутствует. Блин, стоит взять беленький. Ладно, я возьму, потому что мне будет впадло возвращаться, скорее всего. Так вот сделаю. Так, найс. А, это, собственно, сердце, отлично. Блин, кайфовый ран. Мне очень каба понравилась. Интересно, если бы я нашел блин стоун, что бы случилось? Хуярил ли я бы лучами, типа, как Бримстоуном? Да, на этом конец, к сожалению. Ну окей, ладно, ныряем. Ты заебал мор, давай. Не-не-не-не. Чё за игра? Сегодня вышла новая, вы чё, блин? Мужики, ё-моё. Ruined King. League of Legends Story, так она называется, вроде. Пошаговая, типа сюжетно-ориентированная игра в сеттинге Лиги Легенд. Давай, Файда Пауэр, спокойной ночи. Морли Мадагаскар топ игры. Ну? Шрек, блять. Обычно белые в конце раны берут. Сердца, в смысле? Ну да, да, это я понимаю. А, или в смысле о чем-то? Платная травит. Ну это типа же сингл игра, камон. Так. Стрик 3. Ну чё, кто крутой? Игрок Вайзика. За кого сходить? Надо мать душить, продолжать, чтобы вот эту фотку собрать. А, что-то фотка не собирается, почему? Тогда был бы вместо лазера был Брим, но в рандомные стороны. Брим и легкое монстра говно. Пон, запомню. Ocarina of Time, давай на свече, 99 метакритик. Ну, кстати, когда-нибудь руки доберутся, МБ. Это правда? Вы серьезно не слышали про эту новую игру? Айзек. Реально, блядь, что не слышали?
Так. Почему фотка не собирается? Есть информация. У меня же... Или что? Ты один раз собор прошел? А как мне еще попасть в собор? Что-то я не понимаю, почему не исполнится? Там разве не должны исполниться, типа, две двери? Не? Или полароид там должен исполниться после матери? Что-то такое было. Типа две фотки. И ты выбираешь. Что-то я не понимаю, да, скорее всего? Ну-ка, ладно. За любого чара, в принципе. Можно за нового по приколу. Мне просто никто не нравится из них. За малютку Айзека погнали. Нужно, чтобы сделка прокляла на сердце. А, фига. Слушай, это достаточно тяжело звучит. Блять, уже ебучку разбили сразу. Это последний ран, если что. Даже если он будет длиться 3 минуты. Больше уже стартовать не буду, чуваки. Очень уставший. 46 зрителей — это новый рекорд? Да. Скорее всего, да. Ну, не считая старых древних времен. Ну, ты же понимаешь, что это, типа, хост. Типа, ежеминутно, типа, ежесекундно даже, скорее, большой пик, да? Около рекордной, скорее всего. Вообще, я говорю, я 1000 лет назад стримил с плойки с Elden Sanctuary, когда она только вышла. Там народу было намного больше, но... Это когда было-то, блядь. Посмотрите дату выхода с Elden Sanctuary. Плюс тогда я как бы просто подрывал так прикол. В русском сегменте я третий, охуенно. Дело только в том, что я в Айзеке нихуя не понимаю, понимаешь? Мне кажется, Айзека стримят исключительно люди... Ну хотя ладно, не исключительно. Но типа большое количество людей смотрит тех стримеров, которые шарят в Айзеке. Типа какие-нибудь там интересные билды и чем-нибудь выдумывают. Шарят за... не знаю, как правильно там... оптимизировать все. Я-то просто сижу под пивас на... плачу на какашке и все. Это ж не какая-то сингл игра, знаешь, которую можно было бы интересно ради зайти и посмотреть, как чел проходит в первый раз. Тем более рогарик. По рогарикам я как бы свое мнение уже говорил. 10 000 раз. О, пилюльки. Бля. Но я не за Кайна. Я не люблю пилюльки есть, когда я не за Кайна. Меня слишком дезморалит негативная пилюлька. Намного больше, чем радует позитивная, поэтому скип. Набузим. Гамму. Ешь. Нет. Против такого. Никаких пилюлек, ребят. Исключительно по докторским выпискам. Или при наличии докторской лицензии. Лицензия отсутствует. Пилюлики не ем. Вот говна навернуть. Другое дело. Пару каток в ДБ. Вань, ты хочешь моей смерти? Кстати, сейчас обновить не забудь. Надо, надо Идзер обновить. Реально надо. Я что-то забываю просто постоянно. Включил игру, да пошел играть. Просто это же спонтанно. Ну как спонтанно, не то чтобы спонтанно. Но сегодня я подрубил с большой-большой типа задержкой. Я как бы понимал, что я, скорее всего, воткну Айзека просто как затычку, чтобы посидеть на мега-чиле. Поэтому как-то я не подготовился. Это было вынужденное, так сказать, решение подруба Айзека. Потому что Dragon Age я бы не выдержал 100%, а игр-то больше и нет, нахуй. Игры закончились, ребят.
Вон завтра МБ с лолом получится. Ну и хз насчет того, буду ли я проходить лол, потому что все-таки, типа, пошаговая игра. Не знаю, насколько там внятный сюжет будет. Мне кажется, она может все-таки больше такая, знаете, фан-сервисная. Хочу поговорить с своим любимым, лучшим, красивым, прекрасным, умным другом Дениской. Ну ладно, Вано. Тогда я в свою очередь скажу так. А я хочу поиграть со своим самым лучшим, красивым, умным другом-милашкой Ксюшей. Ну, Вано, в принципе, ну и тебя можем с собой взять, если хочешь. Не хочешь встретиться? Посидеть, попердеть? Да можно будет как-нибудь, Антоха. У меня корона, возможно. Так что не раньше, чем через месяцок, я думаю. Корона или не корона, я думаю, вот уже на днях выяснится. Ну, раз корона, то 100% нужно встретиться. Понял. Антоха должен написать: так и похуй, у меня тоже корона. Женится, жесть. Это жизнь. О, привет, поздравляю с началом 8-часового стрима. Спасибо, мамин бизнесмен. А, подожди. В смысле? Не понял. Извинись, нахуй, во-первых. Выйди и зайди как следует. Ах ты, блять. Вот бизнесмен, ты пришел, все испортил. Я получил тычку, промахнулся бобом, блять. Потому что ты меня выбесил своим сообщением. Надеюсь, ты доволен, нахуй. Жизненная проблема. Прям серьезная жизненная проблема? Или ты посрал и забыл жопу вытереть? Сейчас такого рода проблем будет. А что, штаны типа уже надел или что? Похуй на корону, моя с короной работает everyday. Бля. Случайно несколько дней подряд литрами пил чай для похудения. Чуть не помер и продрестался кровью. Ебать. Вот почему ты умирал. Это был чай для похудения. Как он к тебе, блядь, попал вообще? Он не должен как-то был, ну, отличаться от другого пакетикового чая. Вообще неудивительно, блядь, почему тебя рвало нахуй на куски изнутри последние несколько дней. Я понимаю, что он не твой. Бля, ну, реально, это реально жизненная проблема. Все, что касается проблем с жопой, я отношусь максимально серьезно, ребят. Жопа — это мое слабое место. Осуждаю похудение. Это реально. Молодец, Втухис. Втухис двигается к випке, ребят, кстати. Семимильными шагами. А если посрал, забыл вытереть... А жопа чистая — это вообще лаки. На нем на турецком что-то было написано. А я такой типа: ебать, крутой турецкий чай. Понял. Не, ну вообще звучит так, будто что-то может из этого случиться. Но дело в том, что ты его перестал пить. Ну пиздец вообще, да, звучит. Слаб на задок, получается. Я слаб на задок, это факт, ребята. У меня столько историй есть про слабость на задок. Как-нибудь я бы мог отдельный стрим выделить, блять, а то и неделю стримов. Пятичасовых. Про жизненный опыт слабого задка. Научить вас всем премудростям того, где и как нужно срать.
как знаете, типа эти, всякие дедушки там рассказывают про болезни свои. Болезней у меня не так много. Там типа около одной кружечки раз в неделю или около того. Ну да, 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 я понимаю, чувак. Не мудрено, что у тебя жопа лопнула, блять, изнутри. Так что ты сходил, сдал анализы, что тебе сказали-то? Не сда, а только пойдешь сдавать? Да забей хуй, не сдавай. Похуй. Давай так, чай со своей этой задачей справился, ты похудел. Ну и все. Че паниковать-то? Спасибо, скажи, блядь. Чайку. Типа, вероятнее всего, ну, если пойдешь... А, ну хотя вообще, подожди. Ладно, хз, откат. Любой человек, короче, который пойдет, сделает ФГДС, или как он там называется, у всех у нас 100% какие-то микроязвы, какие-нибудь там клапаны приоткрыты, у кого-то призакрыты, так что хуй забейте вообще. Просто сдохните в 30 внезапно и все. Ну или можете каждый год ходить проверяться. Типа в идеале-то надо реально каждый год сходить, там какую-то базу делать. Типа там в рот тебя вставят, посмотрят. В жопу в том числе. На всякий случай. Ну кто этим занимается? Покажите мне хоть одного человека. Типа, вообще это круто, конечно. Заботиться о здоровье. На ранних этапах тушить это все. Так, а у текомыч рак не образовался. Похудел на несколько литров крови. Так и есть, блин, да. Так, я, наверное, оставлю эту голову Боба. Носит много урона. Но я не собирался похудеть. Ничего страшного. Мне кажется, тут к доктору у них... Реально, блин, ё-моё. Все ж понятно. Нормально еще бы легкие выплюнуть и жопы высрать. Ага, интересно. Ты задокументировать не забудь. Слушай, мне кажется, это заявка на книгу, как она называется-то? Где нелепые смерти. Дарвина или что? Премия Дарвина? Когда люди умирают всякими тупорылыми образами. Мне кажется, неделю пил чай для похудения и высрал, блядь, что-нибудь там, не знаю. И высрал свою печень. Гиннес. А, да, точно, ребят, Гиннеса. Книга рекордов Гиннеса. Кто сколько литров крови высрал, блядь, жопой. Мне кажется, бизнесмен мог бы это соревноваться. Звучит страшно, пиздец. Если бы я срал кровью, я бы, наверное, в охуенезе был еще полнейшим. Хотя почему был? Ну, короче, сходить, наверное, не мешало бы, да. Но тебе нужно знать, куда идти. Ты придешь к врачу, там, условно, к участковому и скажешь: я пил неделю чая, потом срал кровью. Он тебе скажет: ну иди, сделают тебе это, как это называется. Короче, в жопу вставят, посмотрят. Ну или в рот, там, не знаю, как повезет. Так что если ты морально готов, иди. Потому что я сомневаюсь, что тебе скажут: ну, сдай кровь и говно. Посмотрим. Я не хочу это брать. Типа Rainbow Tears.
Премия Дарвина, вот, да. Нужно либо умереть, либо лишиться возможности иметь детей. При этом нужно не иметь детей. Я пил турецкий чай для похудения, и в четверг из меня вышла черепаха. Блин, я помню, на самом деле, мне кажется, даже тот момент, когда мы с тобой, Антоха, этот мем услышали в 100-500. Это есть в моей памяти, когда мы тоже сидели там у тебя, что-то вов играли или что-то еще делали. И каким-то образом начали смотреть выпуски 100-500 и просто смотрели их подряд, не знаю, штук 500. Или сколько их тогда было. Ну ладно, их тогда 500, наверное, не было в то время. Но выпусков, может, 50 уже было. Это было омега давно. Блин, говняшку дали опять. Конечно, в идеале таблеток бы обожраться. Где-то полсотни. Нормальный бизнесмен устроился. Молодец, продуктивно работаешь. Я одобряю. Как говорил Стас Аскет, мы должны размножаться. Бля, уморительный видос, кстати. Если кто-то любит Стаса Аскета, посмотрите алфавит со Стасом Аскетом, часть 1, и алфавит со Стасом Аскетом, часть 2. Типа, если он вам нравится, и при этом вы, типа, не суперфэн, который все знает. Потому что если вы суперфэн, вы это все видели уже 1000 раз. Но если вам просто смешно от подобного рода контента, и вы не знаете всех перлов, которые он когда-либо выдавал, то вам понравится, советую. Два клевых видика, и идут там по 3 минуты буквально. Антоха, ты шаришься за Аскета? Я уверен, что шаришь. Какое у тебя к нему отношение, скажем так? Я тут недавно выяснил, кто основная аудитория, ну ладно, не основная аудитория, но кто большой пласт аудитории Стаса Аскета. Я у друга спросил, он сказал, наверное, мы твичевские. Я думаю, брат, нет. Там просто взглянуть в комментарии, сначала может показаться, что это троллинг, единич. А, все, стрим оканчивается, всем пока, ребят. Историю услышите в следующий раз. А, обалдеть, так и есть. Смотрю старые мемы, пиздец, рофлю, еще узнаю старые мемы. Спартак, печенек, блин, такого мема не помню. Ну, как будто бы помню, но не помню. Пиздец, бизнесмен, охуительное у тебя времяпрепровождение. Отношение прямое, мистер Козырная Шляпа. Ладно, бизнесмен, тогда скажу так, я Безумная Галя. У него просмотры до нас были. Да. Если посмотреть комментарии, чуваки, там просто сидят какие-то женщины 30+, а то и больше, и пишут: Стасик, ты такой молодец, такой хозяйственный мужчина. Вот смотрю на тебя и радуюсь. И, блядь, таких комментариев просто там из 1000, наверное, 500. Я знаю только мем база. Ура, ДБД. Ладно, все, чуваки, спасибо, что посидели. Спасибо еще раз Сливовским за рейд, за то, что Сливовские посидели. На этом заканчиваю. Сегодня коротыш ночной, классический. А что, все? Да, бизнесмен, все. Завтра либо новая игра по League Legend, ну, в сеттинге, либо что? Либо хз. Какое слово? Заткнись. Заебал играть в жопу. Бизнесмен, ты фанат Айзека, запомни. Денис, ты такой хозяйственный мужчина. Смотрю и радуюсь. Пользователь Извер Милфа, 34 года, нижнее подчеркивание СТ. Все, чуваки, давайте, доброй ночи.